О, фу, у тебя еще воняет. Открыто. Ты туда пошла, да? Немножко промахнула, да? Ладно, ладно, я не люблю. Приходи. Я бы сейчас 38-ю позвонила. А, бля, это было бы пиздец. А мы, бля, и не знали, я нас. Я не смотрю там. А там где? Это как бы было. Ну, наверное, он типа просто рядышком. Да, ты, а как там она позвонит в одну, а потом такая пойти в другую? И может я просто тебе ну, типа, смешала тройку и восьмую. У тебя, да, у тебя есть какая-то, видимо, интересная особенность в организме. Получается, что да. Долго ты, конечно, ехала. Экстравагантный мужчина. Я в домашнем, да. Что там потеряла? Помочь? Нет, спасибо. Да, я вот эту дудку не взяла. Ты дудку не взяла? Да. У меня снюс есть. Хочешь снюс? Да, хочу какой. Сибирь. Это что-то химозное? Нет, наоборот, табачное. Но мне нравится Оденс и корпус. Если да. Это что-то похоже, то давай. Это одно и то же. Это даже покруче, это подороже и поприкольней. О, нихуя, мне повезло сегодня. Да. Так, на, вот свежий. Такой тебе нравится, да? Да, такой. Заебись, прям вылаз. О, классная татуировка у тебя. Да, она не одна. А ты что такой дядя высокий? Не знаю. Сначала... Дядя, я говорю, высокий, он на что вы свой смотрит? Не, я на хуй посмотрел, думал, не стоит ли, а то ты, бля, пришла, у меня на жопу сразу пристал немножко. Хорош, да, хорош. Я сначала, ну, генетика, малыш. Папа большой, мама большой, пенис большой. Мама большой. Бля, я сейчас так охуела, пиздец. От чего? Нет, тебя. Но тебя тоже от большого такого. Да, короче, типа, он меня собирает. Так. Нихуя себе. Бам, блядь, бам, нахуй. Второй сюда, блядь, бам, нахуй. Третий, бам. Подруга пишет, куда ты пошла, заебала потеряшка. Короче, а я напиши, а да, я запишу, она на блядках. Да я уже так сказала. Ну она ничего. А, так зачем она спрашивает, что за... Ну у нее муж и ребенок, ей какая разница. Так она и завидует, ёпта. Да. Короче, он меня собирает. Ну? И такой типа, ему приходит заказ. Я думала, типа, ну, прилетает просто, блядь. Ну звук же есть там по таксишке? Я такая думаю, ну ладно, блядь, ну может. Хуйня, сбой системы. Он такой, он говорит, у вас попутчик. Я так, ну, я мимо ушей пропустила, потом такая. Какой попутчик? Ну, вот просто, говорит, у вас, говорит, попутчик. Я мимо ушей пропустила. Я говорю, в смысле попутчик? Он, блядь, своего друга подбросил? Короче, ты через Яндекс заказывал? Да. Там, видимо, стоит какая-то функция, я хуй знаю. Я просто Яндексом не пользуюсь, я Убером пользуюсь. Вот, и там, видимо, функция какая-то стоит, типа... с попутчиком. Это в случае, если нет машин и никто не может уехать. Ага. Либо там, допустим, так у тебя, может быть, раньше стояло, может быть, да? И ты просто забыл брать. Ну, не суть, короче, вот. Как бы мне похуй. Мне похуй. Меня довезли, все это главное. Ну, самое. Так кто подсел к тебе? Мужчина, женщина? Да, мужик. Мужик? Блин, он же пиздец. Подкатывал к тебе? Прикинь, блядь. Что там, хуя себе, малышка, трогал тебя за ножку? Не, он перед всем. Ну, общался, да? Да, он, короче, такой, типа, я сначала в наушниках не включала музыку, потому что думаю, блядь, ну сейчас хуй знает, то сядет. Чего вытворяет точно, да? Я сидела, ну, смотрела, такая, слушала его, они там что-то пиздели, блядь, сводила между собой туда-сюда, короче. И он такой, а ты что, в Мурино живешь? А, они, мы, короче, начали говорить вот эту ситуацию, что, типа, путчиком я первый раз, а он, типа, пошарил уже. Он такой, а что, говорит, ты первый раз? Я говорю, да, типа, так с ней я вызывала. Он такой, а, понятно. Он такой, типа, а что, ты в Мурино живешь? Я говорю, да. Ну, я вот тоже тут 5 лет жил. Думаю, ебать, интересная информация, нахуя она мне? Типа, зачем? А сколько мужику лет по внешнему виду? Ну, может, 30-ка. Ага. Ну, хуй знает. Он там с айфончиком, блядь, с часиками этими Apple. Ну, короче, барышка, наверное, какой-нибудь. Вот это толкает, короче, по рукам. Ага. Зато я взяла с собой капли. Нос заложен. Нет, я мифедрон, чтобы меня не видно. Так, нет.
Жаль, так хотелось. Если бы могла устроиться, была килограмма 10 похудеть, наверное. Надо. Не надо начинать. Мефедрон или худеть? Ну и то, и другое, зачем? Ой, блядь, комплименты сразу тогда пошли. Короче, рассказываю. Он такой, типа, ты живешь? Я говорю, да, здесь. Начал мне втирать то, что он там 5 лет живет. Хоть вот я на Воронцовском жил, там 9 минут, типа, до метро. Я сижу, думаю, что-то пиздишь. Воронцовский бульвар. Да. Ну там рядом с метро Девяткино. Да нихуя это не рядом. Ну там чуть-чуть пройти. Да нихуя не чуть-чуть. Ну через поле 2 локтя, блин. Ну вот. Я говорю, да не может быть такого. Я говорю, я на Шувалово живу, рядом с вещами. Я говорю, 20 минут до метро, иду, вы чего, прям, типа, ну гар, что ли? Но я к нему на воинка, я думаю, ох ты, блядь, пидорасина. Ну так, это грубо, если ты ему так не вплотную сказала. Нет. Ну ты не прямо умрешь. Нет, я ему так не сказала, я так подумала. Я так не говорила, конечно. Нет, я к нему на «вы», он ко мне на «ты», мне не понравилось. Ага. Типа, блядь, чел, ты меня не знаешь, зачем ты мне тыкаешь, чем ты на «ты» со мной? Вот, и он такой, типа, учишься, работаешь? Я говорю, работаю. Он такой, здравствуй, девочка. Я помолчала. Потом, короче, он что-то еще какую-то хуйню нес, я нужно что-то надела. Осуждаю! Осуждаю! Что делать? Проституткой. Ого, и почем-то. Денег не хватит. Ну правда, сколько часто. Да откуда я знаю, блядь, не работаю проституткой. Просто, хуя так уверенно говоришь, просто тебя уже, блядь, я вот этот сарказм не понимаю. Ну, а правда, кем работаешь? Маркетологом. Не проституткой. Жаль. Может, меня вешать было. Ну да. Ну, сколько там? По 6 тысяч можно, блядь, за час, блядь. Я хуй знаю. Так что делаешь маркетологом, короче? Ты именно посты там пишешь, блядь, или рекламу находишь? Что ты делаешь? Посты, рекламу. Да, блядь, на самом деле, вообще, изначально, я устраивалась просто продавцом, блядь. Просто продавцом. Лайтово. Чтоб меня не доебывало никто. Ну, не доебывало людей, естественно. А потом, короче, что-то все начали выебываться, все начали уходить с работы. И мне, короче, Игорян, начальник мой, вкидывает. Давай, говорит, ты будешь так-то делать, а я, говорит, это доплачу. Я думаю, охуеть, неужели? Я и так это все это делала, только ты мне за это не доплачивал. Я говорю, окей, давай. И, короче, вот у меня сейчас на мне Инстаграм, посты, сторис, ВКонтакт, посты, сторис, потом ответка вся всем в директ. Плюс ко всему, блядь, постоянные звонки. Слава богу, сейчас уже нет. Девчонка с отпуска вернулась, звонки теперь на ней. Вот, звонки были еще, плюс к этому ко всему я сижу в магазине, блядь, толкаю обувь, меня заебывают люди и там, и сям, и я такая, блядь, а что там обувь, там Nike, там Adidas? Ну, что ты, а где ты работаешь, обувь продаешь? Ты Гена Букин, ебать, блядь, кроссовки. Я так всем говорю, что я Гена Букин работаю. Даже нет, смотрите, есть у тебя, а не надо есть. Да, пищу про тебя, тебе да. Промокла? Да. У меня еще в туалете влажная есть салфетка. Да, у меня твоя влажная. Ну, чтобы не знаю, как бы. Лучше воды мне дай. Есть квас. А вода? Вода есть тоже. Вот воды дай, пожалуйста. Что у тебя везде свет, говорит, миллионер, что ли? Да нет. Зеленая? Нет. Кислая. Сладенькая? Кислая, да. И сладенькая. Ты туда настал? Ты спалила уже? Ну да. Чуть-чуть немножко. Что ты чем занимаешься? Сейчас. Сейчас наша книжка. Может, ты видишь? Ты же маркетолог. Нет, я инфлюенсер. А вы русский? Я не настолько умный, сколько ты думаешь. Ну, это с битком связано. Бля. Ну, ты знаешь криптовалюту? Ну, я поняла, о чем. Ну, нихуя так. Если ты позвал меня, чтобы втянуть в эту тему, я не хочу. В криптовалюту? Да. Нет. Давай порнуху снимем. Нахуй пошел. Грубо. А может быть ты? Я схожу, успею, не переживай. Какая твоя любимая поза секса?
Ты проверяешь, свободно ли я об этом разговариваю? Ну, насколько ты раскрепощена сейчас? Ну, мне на днях пришел вибратор, он оказался сломанный, я расстроилась. Напополам? А. А что с ним так? Я его включила, короче. Он там поработал, поработал, ну, типа, просто проверяла. Не пробовала. Даже не успела. Проверяла.